Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить дополнение игры We Happy Few. Мы первое прошли, и сегодня мы перейдем к со второму. Называется оно Lightbearer. Lightbearer — это, я так понимаю, фамилия нашего главного героя. Главный герой у нас будет рок-музыкантом. Ну, давайте же попробуем насладиться сюжетом. Да, давайте начать. Итак, поехали. Приятного просмотра. Но не все любят Ника. Удивительно, но не все любят Ника. Наш Ник, главный герой, его зовут Ник, по-моему. Мы это сейчас все на самом деле узнаем по ходу сюжета. Раскрытие сюжета. Вот. Ну, если вы желаете, можете поддержать меня лайком, если вам хочется. Поехали, смотрите. Я боюсь конца, я боюсь, боюсь. Боюсь конца. Это они что? Мистер Lightbearer. О, приветик, животинка. Надеюсь, мы вчера развлеклись. Странного доброго утра. Мышь. Вирджил? Am I hallucinating that you're a rat? Or is there a real rat that I'm hallucinating is my agent? Ex-agent. Или ты забыл, что выгнал меня? Сэр, в вашей комнате потоп. Черт, а больше ничего не забыл, а? I just need some reds and yellows. That'll get my head clear. Снова ты выбрал мой. Сэр, он нужен настоятельно потребовать оплатить ущерб. Канай, огрызок. Соберись, ты мне нужен. Мне просто нужно подумать. Что это? Is this blood? Кровь? Ты даже не помнишь, чья это кровь? Я трёх на ног. Я вообще вчерашнюю ночь не помню. В башке туман. Понял, почему я тебе говорю все записывать. А я знаю. Не помнишь, значит, ни при чём. When did I write these? Это я такое написал. Мне было чего-нибудь несмысленного. Если вы не проете, мне придется вызвать полицию. Пора сваливать. Блин. Чего? Вирджил! Пропал мышонок. Теперь ты сам остался на... один со своими проблемами. Ох, нужно убираться отсюда, но не без моих таблеток или моих вещей, мистер. Ох, нужно убираться отсюда, но не без моих таблеток или моих вещей, мистер. Так, таблетки, вещи, найти усилитель. Так, мы двери закрыли. Временно это... колеса, наркоман, слушайте, но эти рокеры, они всегда любили баловаться таким... вот я. Любили баловаться различными такими штучками, да, всякими... ощущения усиливающими. Так, ну тут ничего, значит где-то здесь. О, светильник. Большая статуэтка. Плакаты. О, это что такое? Читать. Ник, дорогуша, я приказал устроить для тебя в отеле сверх секретный лаз для тайного побега от фанатов. Я знаю, что память у тебя нынче не к черту, и попросил приделать открывающий механизм к пивному крану. Все равно же ты от него не отлипнешь, Вирджил. И бога ради, не проболтайся об этом следующей же большеглазой группе, которую притащишь домой. Это секретный лаз. Даже так, секретный. Большими буквами. Какой-то секретный лаз. Где-то что-то мы можем куда-то... какой-то кран там с-под пива, что-то там дернуть. Так, тут у нас потоп. Что написано? Marry me, gay Nick. Выходи за меня. А... Marry me, выходи за меня. Женись на мне снова, Ник. Так, а тут что? Бестолочь. А тут что? Сэр, вы заливаете танцевальный зал. О, гитару нашел. А чё, почему не могу ее взять? Подобрать. Это слегка подмог. О, хороший. Если нам придется вносить дверь. Так, усилитель нашел, взять гитару. Гитара, подобрать. Maybe, может, если я заряжусь музыкой гитары, я вспомню, где я оставил свои конфетки. Что, сейчас будем играть? Ваша гитара многое знает. Нажмите, чтобы зарядить ей окружающее пространство и найти улики. Ну, давайте нажмем. Так, пальцем показывает направо. Так,
место. Печка. До дна. Найти свое... сбежать так, чтобы персонал вас не заметил. Больше ничего не показывает. Статуэтки постоянно будут мне показывать какие-то штуки, да? Гитарой. О, таблетки, у меня две штуки. Мне нужно таблетку бахнуть. В моем номере где-то есть потайной ход, чтобы уходить незаметно для фанатов, я думаю. Там где-то, да, потайной ход? От фаната уходить. Еще одна статуэтка. Мне что-то про кран говорили пивной. Вот, пивной кран. О, вот она. А почему ты уже не подсказываешь мне больше? Бам-бам-бам-бам. Я могу играть на гитаре. Этими звуками я могу находить что-то секретное. Что там писало на плакате? Где-то я упустил надпись какую-то. Ну ладно, идем. Фаната можем сваливать таким образом. Это что такое? Читать. Дорогой мой ник, Лидберир, господи. Прошлой ночью ты конкретно отжигал, ха-ха. Шоу вышло шикарное. Надеюсь, утром туман у тебя в голове рассеялся. Но ты не волнуйся, я не в претензии. Всегда с тобой твой главный фанат. Ладненько. А это что? Радостин. Берем. Мы должны таблетки эти глотать. Я не уверен, что сейчас хочу их. Твою мать, фанатка. А как мне ее... А что она там делает? Это не фанатка. Все, что плохо для вас, хорошо для Ника. Кофе. Ник, мой герой, какой сейчас день? Лайтберер. Лайтберер. Пятница, вторник? Ну, это не важно. Я проторчал тут вечность. Мерз, администратор отеля не хотел пускать меня в твою комнату обычным способом. Пропустишь меня? Не хочу отказывать помощи, но... Боже, правда, ты весь в крови. Правда? Ну вот, знаешь, должна быть эта помада. Да, фанат, ты перебарщиваешь поцелуй мне, подумаешь? Прости, но мне правда надо идти. Sorry, I really do have to dash. Bye-bye. But you'll send help. Ты же пришлёшь мне кого-нибудь на помощь, да? Oh, absolutely. Ну, конечно, милая, да, безусловно, милая. Всё, что угодно для фанатки. Так, а я могу бахнуть уже таблетку или не стоит? Давайте нажмем двойку. Оп. И чего? Фанатка не должен видеть меня в крови. Я даже не знаю, чья она. Внимание, гости! В данный момент отель переполнен фанатами Ника. Пожалуйста, не покидайте свои комнаты. Мы разбираемся с ситуацией. Показывает мне дырку. А я могу открыть дверь, чтобы ко мне фанаты залезли, по-моему. Мусорку обыскать. А если я открою, что произойдет? Ну, попробую. А, заклинило. Нельзя. Ладно, лезем, сматываемся от фанатов. Радостин на меня вон действует. И что? И как он на меня действует? Хорошо или плохо? Может, я лучше стал на гитаре теперь лобать? Ой, я сейчас... Ай! Ох, лучше больше не прыгать со стены, если я не хочу пострадать. Я не хочу. Ненавижу боль. Уточка. Надо было на уточку приземляться. Ладно, ползем дальше. Еще глубже. Ай! Еще ниже, вернее. Мы сейчас через какую-то вентиляцию. Внимание постояльцев. Из-за некоторой сырости в танцевальном зале конкурс двойников Ника Либербера пройдет в баре. Так, тут никого нету. Даже если кто-то есть. Куда ты мне сейчас скажешь двигаться? Направо? Тут закрыто. Подобрать, может быть, можно. Заказать платный кофе. Откуда мне деньги? А, все, батарея села. Кофеечка бахнем. Бахнем. Так, нажмите левую кнопку мышки, чтобы вынести слушателям мозг чудовищным рифом. Каждый запил тратит заряд батарейки гитары. Блокируйте атаки с помощью кнопки и заряжайтесь. Успешные заряженные блоки перезаряжают вашу гитару и шокируют фанатов, делая их более уязвимым к обычным атакам. Значит, надо заряжать гитару. Do not disturb. Не беспокоит. Ой! На. Фанатов. Я его... А моя гитара сама? Внимание. Это фанат был? Я могу его обыскать? Взрыв мозга у него. Мы ему мозг взорвали. Так, дверь люка в отеле. Открыть нужен ключ сотрудника отеля. А я не могу его как-то обыскать.
Мусорка, нет. Так, ты мне подскажешь что-то? Нет. Прикольная механика атаки. Тут тоже фанатки мои. О, пустите нам с книгу. А куда мне теперь? Стрелочка показывает туда. Но дверь-то... А, все, открывается. Первый раз... Черт, надо будет найти аккумулятор. Так, аккумулятор. Аккумулятор. Почитать. Расписание слета фанатов Ника. Пятница. Участвуйте в конкурсе «Любимый цвет Ника». Прошлогодние победители, выбравшие фиолетовый, снова дисквалифицированы. Суббота. Последний шанс купить билет на конкурс «Выиграть свидание с Ником». Воскресенье. Конкурс двойников Ника Лайберера переносится в бар отеля. Фальшивые усы и парики Ника продаются в сувенирной лавке. Примечание. Строго воспрещается соблазнять и делать предложение о замужестве в образе двойника Ника. Дамы, если вы случайно вышли замуж за двойника Ника Лайтберера, свяжитесь с администрацией. Ай, какая смехота. Так, все двойники мои пытаются... Так, тут что? Ключ от сотрудника отеля. Ключ к... Так, тут что-то подобрать еще можно? Виски, о! Shut up, liver. Заткнись, печень. Заткнись, печень. Открыть. Заперто. Угу. Тут мы не пробьемся. Аккумулятор. Нужен аккумулятор. Нужен? Установить аккумулятор. А, сюда нужно вставить аккумулятор. Нам нужно найти аккумулятор, сюда вставить. И мы что-то заведем, может быть это откроется. Теперь у меня есть ключ. Где-то здесь надо было его применить. Тут, кажется. Дверь Лекса в отеле. Отпереть. Открыть. О, а вот и аккумулятор. Берем. О, у этой пташки есть аккумулятор. Интересно, зачем он ей? Зачем аккумулятор может быть девушке? Пташке, у этой пташки. Ну, у меня есть предположение. Надеюсь, я думаю, что те, кто ребята повзрослее, понимают, для чего, может быть, женщине нужны батарейки в комнате. Так, ладно. Тут мы взяли аккумулятор, теперь нам нужно снова открыть вентиляцию, чтобы передвигаться, не привлекая внимания. Батарею. И открылась эта штукенция. Здорово, лезем. Прикольная игрушка! Должен быть абсолютно невинный ответ на вопрос, почему мужчина проснулся в крови и ничего не помнит. Ну потому что ты набухался, как обычно. Набухался и не можешь ничего теперь вспомнить. Мучается ли... Ребрюшки, ягненка, от угрызений совести, тебя настигла расплата? Так, ничего не понял, что там, что имелось в виду? Но мы топаем. Только что здесь решетки не просвечиваются. Так, новая комната, записка, читать. Затерянный в космосе. Барри Бэнк, старший музыкант, критик, еженедельник, гамельский вестник. Вещества, звездная болезнь или просто творческий кризис? Что же превратило последний фирменный зубодробительный восьмерной ЛП Ника Лайтберера в психологическую кашу? Смесь дорожек, перегруженных ненужными, ненужным ситаром и чем-то похожим на бунчук. Бунчук, что такое ситар? Повернут в уныние даже самых преданных никиманов. Многие рецензенты, включая автора этих строк, задумываются, не пора ли былому мистеру Лайтберару давным-давно отложить гитару. Есть подозрение, что своим ранним успехом Ник обязан менеджеру Вирджилу Дейнти. А так как, по слухам, эта парочка давно распалась из-за разногласий, перспективы музыкальной индустрии нашего городка просто ужасают. Пугающий текст. Все или ничего? Что делать, я знаю теперь. Умер туман, умер обман, без четверти два. На туфлях моих трава. Все, газы, критиковать. Все гораздо критиковать, особенно критики. Так, понятно, такой-то журналист написал. Аптечка, обыскать. Радостин, берем все. Вода. Это, ага, вот здесь я затапливаю сверху, да? Моем... А почему он там воду не перекрыл сверху? Так, тихо, кто-то бежит на меня, кажется. Гитарка, гитарка. Заряжай. Как мне тебя ее зарядить быстрее? Она теперь у меня разряженная очень сильно. Я должен на именно на него?
А, она сама перезаряжает. Что мне показывает? Принять радостин. Только три таблетки за раз? Этого даже до завтрака не хватит. Я вообще завтракаю? Радостин, принять. Ага, радостин мне восстанавливает здоровье. Подобрать. Принять радостин, пусто. Телефончики. Будка затопленная полицейская. Офигенно. Так, мне говорят, куда нужно двигаться. Открыть как это? Лифт, нажать на кнопку. Все, я влезу. Тут меня знают слишком многие. Да, вообще все. Найти выход. Так, здесь у нас что? Журнал. Жареный цикорий какой-то. Это не журнал. Чемоданы. Все закрыли. У меня фанаты не долезли. Я очень популярный. Тут что такое? Улучшение. Серенада. Подобрать. Так, удерживайте, чтобы сыграть фанатам серенаду. Они сначала застынут, а если сыграть достаточно долго, то затем передернутся, защищая вас. А, то есть на мою сторону перейдут. Одновременно серенада действует только на одного фаната. Мы можем себе взять теперь, чтобы у нас, короче, был союзник. Я хочу попробовать, как это работает. Правой кнопкой мышки, по-моему, было, да? О, она теперь за меня. Всех перебил. Ха, девахи! А почему они меня бьют? Они же мои фанаты! Почему они меня бить пытаются? Блокируйте эти атаки, заряжайтесь, успешные блоки перезаряжают вашу гитару. Прикольно, а ну-ка поиграем. Ебой! Ник, давай, жди! Прикольно! Так, а можно их как-то обыскать? Взрыв мозга. Подобрать цикорий. А я могу выпить цикорий? О, выпил цикорий о себе. Спрятаться, лампа. Я могу под лампу! О, придумал. Если я спрячусь под этим абажуром, они подумают, что это сувенирная лампа Ника Ледберера. Уйти, можно под абажур прятаться, под лампу. Они реально меня не будут замечать, если я так буду прятаться? Что-то фанат, а тут она мне покажет. Мне по статуэтке постоянно мне показывает, куда мне идти. Ух ты, again, Ник. Это что за тетенька? А, она что-то вытирает наоборот. Ух ты, бабулька какая. И хорошая. Подобрать радостин. Там муркочет. Там она, кажется, сюда залазить. Полезли. Так, у меня еще есть его на троечку. Я могу выпить себе коньяку. Или это виски? Виски, по-моему, виски. Не могу играть сейчас. Конечно же, не могу. У меня гитара за спиной. Не получается в вентиляции играть. Так. Инспектор Ройстон Лакенбилл reminds the public that the... Прочитаем. Ты меня не знаешь пока, но я твоя самая большая поклонница. О, дорогой мой туманный Джек. Власти утверждают, что тебя не существует, но мы-то знаем правду, да? Как же сногсшибательно ты смотришься в тумане. Правда, я тебя пока не видела, но очень хочу. В моих фантазиях ты преследуешь меня туманной ночью с тесаком в руках и представляешь, какие ужасные вещи собираешься со мной сделать. Я иду впереди под звуки твоих мягких шагов и чувствую нервную дрожь от испуга. Но я знаю, что заглянув в мои глаза, ты поймешь, что мы созданы друг для друга. А тогда ты схватишь меня своими сильными руками, нежно проведешь тесаком по щеке и скажешь, что никогда не причинишь мне вреда. Ведь я особенная, та самая. О, мой дорогой, ищи меня на слете фанатов Ника Лайтберера. После полуночи я выйду прогуляться в надежде, что наши дороги пересекутся. До встречи там, с любовью, Марианна Дэшвуд. Alleged murderer. Выключить радио. Итак. А вон, инспектор понимает общественности, там что-то. Аптечка. Радости. Опять? Фанатка. За моей стороне. Мочи ее. Love me. Серенады вам спел Ник. Так, прикольно. Радостин, берем.
Жизни у нас много. Почему меня фанатки бьют? Они должны набрасываться ко мне с любовью. Так. Бесплатный кофе. Заказал. Больше нету. Батарейка сажается. Так, тут у нас двери раз, двери два. Воспользоваться чем там? Я не успел прочитать. Нажал сразу. Что тут за дверь? Удача, благоволит, смелым. Визжание и ворчание. А, это для мусоропровод, да? Чтобы мусор выбрасывать. Понятненько, понятненько. Загрузка. Мы выбрались, кажется, с этого помещения. И теперь будем на улице, наверное. Если бы я мог найти тихое место, чтобы отмыться и подумать, то нужно пойти домой. Так, мы сейчас будем двигаться понемножку домой. Что тут у нас? Мусорка. О, Ник, привет. Ты будешь мне тоже указывать, куда мне идти? Направо, да? Хорошо, что памятники. Мусорка. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, игрушка, по-моему, стала линейнее намного. То есть тут нет уже такого открытого мира, как в первых трех частях. Четвертая уже была линейная. И пятая то также. Так, сыграем. Есть. Как долго, как быстро заряжать? Никак не заряжается. Она сама, видимо, восстанавливается батарея. Надо дождаться. Вот, перезарядилась сама. Я думал, что мне нужно как-то нажать специальную кнопочку. Фанаты, фанаты, вон там все стоят. Какие-то лесенки. That looks chancy. Я вас сейчас сыграю. Фанаты, вот для вас. Ник, Висты Лавни. Это для вас, фанаты мои. Для вас. Это музыка для вас. Все, хватит. Так, это, по-моему, можно было радостина бахнуть. Принять радостин. Так, бахни себе, Ник. Бахни. Чикс. Все, мы под радостинчиком. Поехали. We love you, Nick! Ох, веселая. Веселая часть города. Конечно, под радостином тебе уже весело. Это тоже фанаты мои. Пам-пам. А если я так буду играть? На-н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 а-
Я ничего не могу. Это репортер, он с фотиком. Он хотел меня сфотографировать для журнала какого-то. Наверное. Фанаты мои, кругом мои фанаты. Ой, все кричат. Да тихо вы будьте, сдавнитесь. Там еще один ник вон. О, медвежонок. Мой дом, медвежонок, подобрать виски. Пека закинуть, чтобы успокоить старые нервы. Это мой дом? А чё они... Так, они... Они молятся. Поговорить. Увидимся в пабе. Поговорить. Слышали? Мисс Саппер нашла в саду снаряд. Ей повезло, что он не взорвался. Они молятся. Это мой дом? Открыть. Наверное. Поехали. Переодеться в неиспачканную кровью одежду. Добро пожаловать в музей Ника Вайдберера. Стоп, это голос? Музей — это полная копия дома Ника. Тут мы найдем себе одежду. Музей, а мы можем открыть, заклинило. Может, мы тут даже что-то найдем? Какие-то... Я могу перепрыгнуть? Могу, конечно. Радостин берем. Подобрать еще. Радостин собираем. У меня уже 11 таблеток насобиралось. Это все мое. Это все мне посвящено. Записка. Что записка? Ой, мистер Роберт. Так, мистер Роберт. Боже, тут много текста. Давайте я не буду на нем зацикливаться. Я просто его покажу. Кто-то захочет, его себе перечитает. Думаю, что там какая-то супер важная информация. Так, мы тут не пройдем. Открыть дверь заклинила. Тут мы пришли. А эта дверь не открывается. Так, то есть, путь наверх. Там должна быть какой-то костюмчик наш. Должен быть костюмчик. Куда ты мне показываешь? Туда? Наверх опять? На этом карте что-то немного упустил. Опа, диски. Золотые пластинки Ника были с любовью
восстановлены. Интересно, получится ли из этого хорошее оружие? Может пригодится. Мы будем иметь возможность ими бросаться? А как мне ими пользоваться? Ага, вон у меня буква F, это бросаться дисками. Надо будет это использовать. Так, тут у нас еще сыга... Еще... Море вас не любит. Это песня. Зависть. Я видел это в твоих глазах с самого первого прослушивания. Да, твоя поп-группа уже бывала в женщине успеха. Сыграть аккорд. Сыграть по нотам. По нотам. По нотам сыграть. Пускай играет что-нибудь. Мои гитары! Мои микрофоны! Все мое, отдайте! Верните мне! О, костюм! Витрина Ника. Обыскать. Прощай, чертов костюм! В музее сохранены все милейшие детали, включая тайник с препаратами Ника. Моя заначка! Препараты? А где же тайник найти? Должны еще поискать подробней. А внизу, говорят, где-то. Ну, пошли искать внизу заначки. Это здесь заначка должна быть. Говорит, направо. А где мне тебя искать? Покажи ты. Это здесь заначка должна быть. О, уточка. Уточки, привет. А ты мне что покажешь? Куда? Куда палец? Это здесь заначка? А где? О, обыскать тайник. Интересно, что это за таблетки? Ну, не знаю, пока не приму их. После стольких лет... О, Петуния, новое хобби так и не появилось? Почему ты в моем доме? Мы ведь не женились опять, верно? Не отставай от класса, детка. А, точно, да. Это музей. А, в мою честь, что ты тут делаешь? Возглавляю музей. Пытаюсь ли что-то от брака получить? К тому же, кто знает тебя лучше, чем я? Разве ты не говорил всегда, что фанаты должны знать настоящего Ника? Как всегда, не упускаешь момента унизить меня. Вау, что происходит? О, кажется, таблетки начинают действовать. Эти таблетки уменьшили меня. Что бы там, эти таблетки... Как я тут оказался? Ох, я понял, я под кайфом. Я под кайфом, я маленького человечка превратился. Я теперь по полкам должен прыгать тут. У меня есть еще какая-то энергия даже. А гитара есть? Есть. Я должен перепрыгать с полки на полку? Оп! Так, ищите ярко-желтые прыгающие штуки. Штуки, вот они. Утка что-то издает. А ну-ка на утку. Оп! Ай! Так, обогреватель сегодня будет убийственно горячим. Нажмите F, чтобы взяться за пластинки, чтобы бросать их в кнопки. Какие еще кнопки? Вот это, наверное. Как же его выключить? А, батарею я отключил. Нужно на батарею запрыгнуть, наверное. Оп! О, нет, 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 только не падай. Батарею мы отключили, а теперь на раковину. О, зацепился. Такое. Ой, это все. Это бутылки какие-то. И рвотина. А теперь куда, на унитаз? Больше никаких кнопок не наблюдаю. Может, на эту штуковину? Оп! Ай! Умирает! На крышку можно это? Зацепился. А теперь куда? Что, как мне теперь это открыть? Дверь. Унитаз. Я должен себя смыть в унитаз. Я не знаю, куда мне теперь себя дальше девать. Может, надо стрельнуть в ручку? Как стрелять? F? Нет, не F. Не так. F нажимаю. Бум. Нет, не работает. А куда? Ну я приземлился на унитаз. Как мне теперь дверь-то эту открыть? Где-то должна быть какая-то кнопка еще одна. А, там какой-то люк, смотрите-ка. Там какая-то вот есть комнатка. Как мне туда наверх закарабкаться? Тону! Я снова на раковине. Мне нужно как-то попасть наверх, наверное. А как это дело совершить? Мне должно что-то вверх подбросить. А у меня заканчиваются мои эти самые диски. Диски мои заканчиваются. Бум.
И чего? А, вот там тоже что-то есть. Ага, и может быть я должен был наверх туда зацепиться, а туда куда-то еще перелететь? Наверное. Я не туда пошел. Попробую сейчас еще раз туда закарабкаться. Ай, я сгорел! Так, на эту штуковину попробую. Оп. О, полетели наверх. Уи! Оно меня сюда только выбрасывает специально. И никуда в другое место не хочет. Зачем я тут на раковине? Я сюда запрыгну. Включи их, что-нибудь нажми, стрельни кто-нибудь. Куда тут дальше прыгать? Мне непонятно пока что. Что написано? Нарядитесь как Ник, но не разбейте зеркало. Разбейте... То есть разбить надо зеркало? А где зеркало? А, то есть не разбейте зеркало. Так это же зеркало. Я свалился сначала. Я не понимаю, куда мне сюда деть свечи. Вот разрезал. Ничего не режется. Оно меня сюда специально перебрасывает. Это я отключаю. Шторы не получается открыть. Я хожу под наркотиками, хожу такой маленький. Не понимаю, куда мне дальше себя деть. Надо как-то найти способ наверх зацепиться. Оп. Ой, он падает. Больно, понимаю. О, зацепился. О, еще зацепился. Туалетная бумажка. Другая таблетка может меня увеличить. О, так вот вторая таблетка. Радостин. Не увеличивает, не помогает. Кофе бахнем еще. О, цепляемся. Нашел способ, нашел. Нашел. Оп. Я, оказывается, неплохой такой скалолаз. А отсюда куда? А как я должен теперь... Туда зацепиться. На книжке. О, нашел полочку еще одну. Оп. Есть. Надо разбег хороший сделать. Настоящее имя Ника Норберт Пиклз. Его агент Вирджил сейчас пишет почти всего. Что там пишет? Что там пишет, я не понял. Что-то там пишет про меня. Я, кажется, выбрался отсюда, Ника. О, я на свободе. О, тут еще целая куча всяких этих самых штуковин, чтобы перепрыгивать. Давайте с того момента мы начнем следующую уже серию. Я тут и так немножко натупил в концове. Но ничего, в принципе, разберемся. Интересная игра, классное дополнение. И обязательно его пройдем до конца. С вами был Ниломоп. Мы играли в игру под названием Be Happy Few. Дополнение про Ника. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.